Вот Снегурочка пришла и подарки принесла. А что принесла, лучше вам вообще не знать. Да шучу. Итак, с вами Снегурочка. Да, не ожидали, да? Думали, что? Думали, такие, только это анимешки, да, поздравления получите? Нет. Вот я, Снегурочка, пришла поздравить вас. И да, я Снегурочка! Да, все подтвердят. Итак, дорогие друзья, хочу поздравить вас действительно в этот праздник, шикарный праздник. Новый год. Новый год. Желаю здоровья, желаю счастья, желаю добра, желаю денег, желаю машины, желаю самолета, желаю лимузина. И главное, учтите, вот вы, наверное, думаете, да, сейчас Снегурочка придет ко мне домой, подарок под елочку положит, да. А не тут-то было. Не, ну она, конечно, положит, да. Но надо, чтобы елочка-то была. Так что смотрите, дорогие друзья, если у вас не стоит елочка, некуда подарок-то будет ложить, некуда просто. Так что смотрите, чтобы у всех елочка была наготове. А сейчас мини-песенка от Снегурочки про елочку. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, синяя была. А дальше не помню. Но не обессудьте. Вот такая вот мини-песенка вышла. Ну, а с вами была Снегурочка. Всего счастливого и доброго вам, друзья!